Привет, меня зовут Иса, и последние 11 лет я живу в Астане. 3 года учился в колледже, 1 год работал в офисе частной компании, 2 года работал здесь, 2 года работал в театре Астана Опера. 1 год ходил без работы. 2 года работал тут, а здесь я не работаю. Астана – город возможностей. Город, где можно делать что угодно и быть кем угодно. Ведь все слишком заняты, чтобы думать о том, что делать кто-то другой. Это место, где ты окружен тысячами людьми, но ты абсолютно один. Наедине со всеми вещами, которые помогут тебе достичь своих целей. Если вы оказались в Астане, то вам есть куда сходить и на что смотреть. В городе есть автобусная линия, велосипедная линия, ЛРТ-линия, мега-линия, а это просто линия. В Астане на 3 вещи можно смотреть бесконечно. Как течет вода, как горит огонь, как строится этот торговый центр, еще как строится Абу-Даби Плаза, да и вообще, как строится Астана. Проживают люди со всех регионов Казахстана, которые переехали ради лучшей жизни. Население города ежегодно увеличивается в среднем на 70 тысяч человек. Тут люди не просто живут, а выживают. Это отсеивает слабых. И такая среда развивает конкурентоспособность.